Ну как, некоторые были, например, недовольны результатами. Кто-то написал, что ему не понравилась моя работа. Причем написал что-то такое вообще непонятное, типа там якобы что такое, там, ну, там нужно было показать еще текстуры, которые ты использовал помимо самого скриншота сцены. И что типа как будто бы я там не все текстуры показал, слышишь, разные текстуры, что может быть одна и та же текстура использована с разными настройками материала. Или там чего-то нет, еще. Все же.